Ля-ля-ля! Биби, догони меня! Девочки, я кусать хочу! О, и правда! Настало время обеда! Сейчас позовем маму! Мама, мы кушать хотим! Проголодались девчушки, я так и знала. Смотрите, сегодня из этого теста я буду готовить для вас вареники. Вареники? Обожаю вареники с черникой. А я с малиной. А я с клубникой. Вот и хорошо. У меня есть все эти ягоды. Пойдемте со мной на кухню, будете мне помогать. Побежали! Подождите! Вот наша плита, на которой мы будем готовить. А это стол. Здесь я буду раскатывать вот это тесто. А это мы. Мы твои помощники. Хорошо, тогда давайте начинать. Возьмем наше тесто. Немножко разровняем его. И начнем раскатывать скалочкой большую-большую лепешку. Ух ты, какая она большая получилась! Почти на весь стол! Угу, большая. Это для того, чтобы у нас получилось 3 вареника. Сейчас померим, получится у нас 3 или нет. 1, 2, 3. Получится! Можно вырезать вареник для Биби, вареник для Лулу и вареник для Мими. Теперь в серединку каждой лепешечки нужно положить ваши любимые ягодки. Мими хотела вареник с черникой, Лулу с малиной, ну а Биби с клубникой. Возьмем несколько ягодок и положим их в серединку. Теперь ягодки малины. Ну и, конечно же, клубники. 1, 2, 3. А теперь что надо делать? Как из этих блинчиков получатся вареники? А теперь мы возьмем этот блинчик аккуратно в ладошку и сложим его пополам. Ягодки останутся в середине. Хорошенько защипим края. И еще раз подвернем их наверх, защипывая своими пальчиками. У нас получится красивая косичка. Вареник Лулу готов. Сейчас я сделаю вареники для Биби и для Мими. Нет, Лула, дорогая, сначала их нужно сварить. Приготовим их вот на этой плите. 2 вареника будут вариться здесь. 1 и 2. А 3-й в этой маленькой кастрюльке. Оп! Главное не забыть включить. Какой вкусный запах! Быстрее, Лулу, иди садись за стол. Мне кажется,
кажется, они уже сварились. Ням-ням-ням-ням-ням! Какие же! Они вкусные! Друзья, а вы любите вареники? Если да, то с какими ягодами? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Алиса, солнышко, давай ложиться спать? Смотри, я подогрела твое молочко. Попьешь? Нет, мама, ты мне обещала еще разок собрать со мной пирамидку. Ну ладно, Алиса, только последний раз. После этого будем пить наше молочко и спать. Хорошо, последний раз. Сначала ее разберем. Снимем уточку и все колечки. А теперь их хорошенько перемешаем. Какие они красивые, разноцветные. Алиса, какое из них самое большое? Вот это, желтое! Правильно, Алиса. Одевай колечко на конус. А теперь посмотри внимательно на эти колечки и скажи, какое из них самое большое? Голубое! Давай проверим. Одевай его на конус. Теперь мамина очередь подбирать колечки. Я возьму фиолетовое и красное. Сначала наденем фиолетовое, потому что оно больше красного. Ну а затем и красное. Теперь я хочу выбрать. Конечно, Алиса. Выбирай, какое из этих оставшихся колечков самое большое. Вот это оранжевое, а затем будет желтое. Я хочу взять два колечка. Тогда быстрей одевай их на пирамидку. И оп, у меня получилось. Отлично, Алиса, ты хорошо справляешься. Осталось два самых последних колечка. Как ты думаешь, в какой очередности их нужно надеть на нашу пирамидку? Сначала зеленое, а потом малиновое. Все верно. Одевай же быстрей. Зеленое, малиновое. Какая красивая пирамидка у нас получилась, Алиса. Не хватает только желтой уточки. Кря-кря. Я люблю играть с этой пирамидкой. Давай еще разок. Нет, Алиса, мы же договаривались в последний раз. Сейчас будем пить молочко и спать. Ну ладно, мама, тогда завтра. Хорошо, солнце мое, завтра обязательно поиграем еще. Давай уже пить молочко, а то оно скоро станет холодным, солнце мое. Моя девочка наелась и заснула. Сейчас я тебя уложу спать, моя хорошая. Сейчас, твоя подушечка. Ложись, моя солнышко, спи. Накрою тебя одеялком, моя золотая.